Минувшей ночью на 92-м году из жизни ушел первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, создатель одного из самых успешных государств в Южной Азии. Благодаря Ли Куан Ю Сингапур из страны третьего мира превратился в один из главных финансовых центров планеты, а по уровню жизни населения вошел в тройку мировых лидеров. Имя Ли Куан Ю стало символом экономического успеха. Соболезнования родным и близким премьер-министра и всему сингапурскому народу выразил президент Беларуси Александр Лукашенко. В чем секрет политического опыта Ли Куан Ю? Разбиралась Юлия Табалевич. Безопасность и благосостояние Сингапура были основными жизненными и политическими целями политика на протяжении всей его жизни. Ли Куан Ю бессменно руководил страной 31 год, с 1959-го. Он вошел в историю как отец-основатель сингапурского экономического чуда. Не стало первого из наших родителей. Он вдохновил нас, дал нам мужество, держал нас вместе. Он боролся за нашу независимость. Такого, как он, больше не будет. Особых успехов Ли Куан Ю удалось добиться в борьбе с коррупцией. Среди самых ярких заслуг политика – создание в стране условий для развития бизнеса и неустанная забота о социальных нуждах простых сингапурцев. В результате за несколько десятков лет Сингапур превратился в одно из самых процветающих, безопасных и успешных государств планеты. Лучшие университеты, лучшие школы, одна из лучших в мире систем здравоохранения. Народ верил в его социальную политику. Благодаря Ли Куан Ю мои дети могли ходить в хорошую школу и получили хорошее образование. Поэтому я всегда хвалю этого человека. Благодаря ему в Сингапуре так хорошо жить. В ноябре 1990-го Ли Куан Ю покинул премьерский пост и стал старшим министром. А в августе 2004 года занял должность министра-наставника. Она была учреждена специально для политика. Ли Куан Ю – кавалер 8 орденов, в том числе британского рыцарского ордена кавалеров чести. Сегодня Сингапур входит в тройку мировых лидеров по уровню жизни населения. Республика третий по значимости финансовый центр после Нью-Йорка и Лондона. Лидер в области высоких технологий. За несколько десятилетий доходы жителей выросли в 10 раз. Нет пособий по безработице, потому что нет и самой безработицы. Я очень благодарна за то, что мистер Ли сделал для Сингапура. Без него нам не удалось бы добиться такого процветания. Я горжусь тем, что я жительница Сингапура, и в этом его заслуга. Уроки Ли Куан Ю изучают во всем мире. Слова соболезнования в связи с кончиной политика поступают из разных уголков планеты. В Сингапуре, к госпиталю, где скончался Ли Куан Ю, с самого утра люди приносят цветы и свечи. Вместе с сердцем уникального политика в стране как будто на мгновение остановилось и время. Объявлен 7-дневный траур. Юлия Табалевич, Василиса Федорович, агентство теленовостей.